В субботу во Дворце культуры «Родина» состоялся концерт фольклорного коллектива «Частушка» под управлением Анастасии и Захара Заволокиных. Заряжались энергией от народных мелодий Аркадий Ефимович и Андрей Параев. Сегодня в наш город приехала дочь легендарного гармониста Геннадия Заволокина, Анастасия Заволокина, со своим коллективом. Сейчас генеральный прогон концерта, а мы попытаемся взять эксклюзивное интервью для нашего канала у Анастасии. Мы всегда любим, всегда рады видеть, хоть фестиваль у нас проходит, пусть просто мы с концертом приехали в ДК «Родина» свой любимый. И в зале всегда много народу, все всегда рады, что мы приехали, все всегда хлопают, радуются, на пляску выходят. В Бирск мы приезжать очень любим. Эта любовь нам передалась по наследству от Геннадия Дмитриевича Заволокина. В этот вечер в «Родине» был аншлаг. Работникам Дворца культуры даже пришлось устанавливать дополнительные стулья, чтобы разместить всех желающих. И артисты оправдали ожидания зрителей. Концерт был посвящен юбилею коллектива «Частушка», который создан Геннадием Заволокиным 30 лет назад. Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно, пусть льется свет из детских лет, пусть будет молода. Свои песни представил детский ансамбль «Частушечка». Это уже третье поколение, подрастающее в коллективе. Концерт проходил накануне Международного дня матери, и Анастасия Заволокина, будучи сама мамой пятерых детей, обратилась с теплыми словами ко всем бирчанкам. Мамам поклон, всем мамам наилучшие пожелания. Хочется, чтобы наши дети нас, конечно, только радовали, но так не бывает, и надо сразу на это настроиться. Мы их все равно будем всегда любить, чтобы мы не растеряли вот этот цвет, дорогие мамочки, который бы всю жизнь до последнего вздоха грел наших детей. Песни на концерте звучали разные, и лирические, и зажигательные. После каждого номера зал рукоплескал. Я деревня, я село,